Чё? Приятного аппетита. Это собаки, а не мне. Я пошутил. Песик тоже вряд ли станет это есть. Пусть любой жрачки радуется. Он порвал мне диван. Видишь? Не ягненок. Чисто тигр. Точно, детка. Лютый тигр. Может, он решил, что диван вкуснее того дерьма, которым его кормят? Сострил? Пусть тебя не парит, чем я кормлю собаку. Думай о своем серфинге или чем ты там занимаешься. Извини, извини. Может, ты не понимаешь, как важен для собаки качественный корм? Да, он процентов на 10 дороже, но в нем намного меньше отравы. Так что... Спасибо вам за покупку в Филдсе. Я ведь за собачку переживал. У вас славный песик. Прелестное создание. Извините. Всего доброго, сэр. Что у вас? Пакет корма? Как жизнь. Хорошо.